Привет, ребят, с дорогого любимого Кишинева. У нас, конечно, капец, какая жара. И я хочу поделиться новостью за нашу практику, за практику команды «Профмонтаж». У нас первый корпусный дом. И, честно, очень крутая работа. Ребята, которые его строили, все по уровню, все на высшем уровне. Но тут фишка в чем? У нас необычные окна, потому что мы в окна не сделали из простой рамы, а мы сделали из тэшки, из элемента, который разделяет окно. Вот если вы посмотрите, у него получается вот с наружной стороны вот такая губа, и вот она с внутренней стороны, вот она так будет. И при проектировании, когда мы рисовали это все, как это будет, мы решили, потому что нужно крепить как-то, и мы решили закрепить таким образом. Естественно, будем крепить на железные пластины. Если мы ставим, пластину вот сюда, то получается у нас пластина идет на искос. Это не есть хорошо. Мы решили поставить зеленую пластину сюда и закрутить двумя саморезами. И у нас остается тут 2 мм для того, чтобы на будущее сюда встанет откос. Естественно, тут будет мембрана по периметру. И эти пластины мы будем крепить такими шурубами вовнутрь, потому что тут, как вы можете увидеть, стоят железные стойки. Чтобы мы до них доехали, до крутильных, нужно использовать длинные шурубы. Я сейчас вам покажу, как она встанет. Вот, смотрите. Зачастую, когда монтируется, когда у нас простой проем, окошко просто спускается в проем. В нашем случае, как тут можно заметить, окошко присядет аккуратно к брусочку. И будет очень шикарно. Тут будет мембрана. Об этом монтаже мы поговорим, наверное, в другой раз немножко побольше. Смотрим, что у нас получится. Получится, думаю, очень классно, очень хорошо. И я думаю, снимем отдельное видео. Наше мнение о таком монтаже и о Т-образных окнах, как они должны быть. Смотрим, что получилось. Ставим лайки, подключаемся на наш канал. On Tuesday, got your girl in the bed, shake Tuesday, clock on Monday. On Tuesday, got your girl in the bed, shake Tuesday, clock on Monday.